Здорово. Вы на канале Арси Табак. Меня зовут Дэн, и я хочу пригласить вас на соревнования по Арси Дрифту, которые пройдут 12 июня на открытой трассе с асфальтовым покрытием Driftland Street. Регламент проведения этих соревнований будет закреплен под этим постом. И запомни, все соревнования, которые будут проводиться под эгидой Дрифтленда и Дюд Интеграл, будут проходить именно по такому регламенту. Так что спускайся ниже, ознакомливайся, будь готов. Регламентная резина под это мероприятие на асфальт будет китайский Т-дрифт. Так что не забудь ее прикупить. Добрым будет путь. Организаторы ивента заботятся о твоем здоровье, поэтому во время проведения соревнований будет соблюдаться социальная дистанция, а также будут использованы все меры предосторожности и защиты. И, дружище, не забудь захватить с собой маску. Будет организована пит-зона, расставлены столы, и также, так как мероприятие проходит на открытом воздухе и на асфальтовой неподготовленной поверхности, мы предоставим компрессор, который поможет вам продуть шайки и не запылиться. Также с нас музыка и, конечно же, розетки для зарядки ваших аккумуляторов. Итак, еще раз. Место проведения ивента – открытая асфальтовая трасса клуба Driftland, находится Химки, улица Лавочкина, дом 7. Дата проведения – 12 июня. По всем подробностям и точному времени ознакомься в информации в закрепе под этим видосом. Что ж, бро, я жду тебя на этом ивенте. Я думаю, что это будет весело, круто, и мы наконец-то все вместе снова соберемся. Надеюсь, видос понравился, был полезен, наматывай на ус. Ты был на канале Арси Табак, с тобой был я, Дэн. До новых встреч, пока!